Здравствуйте. Российская биатлонистка Светлана Миронова отреагировала на приглашение в женскую сборную России Владимира Королькевича. По мнению спортсменки, вариант с назначением Владимира Королькевича – это не самая хорошая идея. Биатлонистка рассказала, что в 2017 году тренировалась под его началом, и это не привело ни к чему хорошему. «Мы сейчас можем говорить, что в прошлом году у нас не было медалей, мы плохо тренировались. Но извините, при Королькевиче я доползала до финиша и уходила со слезами на глазах», – сказала Миронова. Биатлонистка также отметила, что в качестве тренеров хотела бы видеть Михаила Шашилова и Виталия Нарицына. Напомним, решение пригласить женскую сборную Владимира Королькевича исходило от будущего главного тренера сборной России Валерия Пальховского. Все-таки странно, на наш взгляд, многие спортсменки хотят тренироваться именно под руководством Виталия Нарицына. Значит, дело здесь, наверное, все-таки не в тренере как таковом, по крайней мере, в новом предлагаемом тренере. Если, по словам Светланы Мироновой, под руководством одного еле доползала до финиша со слезами, а под началом другого пусть мало, но все-таки добивалась хоть каких-то медалей, то надо ли убирать с должности действующего тренера? Вопрос. А что по этому поводу думаете вы? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!